Они размышляют на уровне примерно 3-4-летнего ребенка, просто потому что потребности у этих млекопитающих и у детей примерно одинаковые. Поиграть, сходить в туалет, и чтобы их любили, и покушать, и все. Соответственно, и хитрить они могут точно так же. У каждого свой характер, темперамент, скорость работы даже своя, и, соответственно, немножечко свой интеллект. И для каждого своего тренера, они нас прекрасно все различают, у каждого животного есть такие свои небольшие фишки, где они могут попытаться перехитрить.